У нас есть два элемента: верхний шкаф и нижняя тумбочка. Верхний шкаф сделан под корок размером 17 на 10,5, а корок сделали на самом деле 38 на 25,5. Значит, нам надо эту тумбочку переделать, соответственно, на размер 38 на 25,5, вот что-то так, как здесь нарисовано, чтобы потом повесить фасад на нее и закрыть. И тумбочку также переделать, чтобы можно было ее поставить в угол. То есть сделать этот вырез вот так.